этой игре так. Сука, ну ты ебалан, реально. Я тебя нахуй ненавижу. Таким уёбком быть надо еще постар... Ты, сука, загибай. Загибай. Всем хай, всем привет, мои катаны, ну естественно, по-другому не могу вас называть. Всем здорово, с вами Орал ОТВ, и мы сегодня продолжаем играть такую игру, как Horizon Zero Dawn. В общем, в прошлой серии нас схватили в клетку и захотели убить или изнасиловать, в общем, я не знаю, но нас пустили на Колизей, в котором мы сражаемся как доблестные гладиаторы с бегемотом, а также некоторыми другими существами, скорее всего. Как видим, вокруг меня много древесника, и бой будет жесткий. Так что советую вам поставить сразу же лайк и посмотреть, что произойдет далее. Итак, напоминаю, то что... Напоминаю вам то, что нас пытаются уничтожить... Ну, вот теперь я готова. Вот это вот хуйня, которую нам нужно убить. Большая тупая мишень. Ну, да, камон, камон, быстрее! Камон, and dance. Сейчас вам будет всем пизда. Сейчас, я подготовлюсь. Куда ж ты бежишь-то, тупое животное? Куда ты? Воу! Вот как от этого уклоняться? Нет, элло, я все понимаю, но... Сука! Погоди, визор... А, блядь, у нас же визора нет, сука! А как? А как? А как мне победить его? А как? А как два удара, я мудак. Как же его победить-то? Погодите, чуваки. Это будет довольно проблематично. Серьезно, нам нужно как-то уклоняться. Вот так, давай-ка я тебе въебу а пару раз. Большая, тупая мишень. Ну, ну-ка, 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 да, блядь, мне отклони... Мне бы от него уклониться как-то бы. Как? Сука, погоди, мне нужно как-то от него уклоняться. Я понял, нужно, чтобы он, короче, бежал в колонны, и мы от них можем легко, легко, короче, защищаться таким образом. Вот, хорош, да, и колонны, да, а второй-то раз как убегать? Погоди, стой, нам нужно, чтобы он в баг попал какой-нибудь. Нет, такого не будет. Ну, короче, вот, или можешь вокруг колонны, короче, вот точно, вокруг колонны уводить. Да, давайте вокруг колонны уводить. Я буду хитрым. Сука, все равно меня это как-то убивает. Как же он меня убивает? Стойте, на паузу. Короче, как я понял, что я все правильно делал. Нам нужно просто разбить колонны. Давай, щеми. А я бегу пока в другую цель. Пока ты там, ему 2 часа идешь, я бегу в другую цель, в другую колонну, блядь. Давай. Сука, беги давай сюда. Кстати, хп эти колонны тоже сносят, я заметил. Огнежар. Давай, беги. А хули ты, блядь, не бежишь ты колонну-то? Мудачьё! О, погоди, разбил? Все-таки разбил, блядь! Как мне пройти это-то? Как у него еще, смотрите, щит какой-то, гонг-конг какой-то у него лежит на пузе. Это будет вот трудная битва, я вам отвечаю, это будет трудная битва, блядь. Большая, тупая мишень. Ну, давай, тупая мишень, беги сюда. Ну, беги! Хорош! Чё он сквозь нее проходит-то, блядь? А, видите, тут камень, короче, главное, чтобы не попал в нас, когда он после того, как я все понял, давай. Беги, не высматривай там нихуя, не высматривай. Давай. Да хули ты, блядь, в колонну-то не бежишь, объясните мне, пожалуйста. Погоди, тут все колонны, чтобы она разбила, так, а тут одна только осталась, да, я так понял? Бля, что делать-то, пацанчики? Что же делать-то, блядь? Что же, сука, это делать, блядь? Она нас убивает просто как шконку, как собачку просто бьет. Или, может быть, дело в последней колонне? Не знаю я. Может быть, дело в последней колонне в натуре? Вот теперь я готова. В натуре. У нас две колонны есть здесь. Вот эта вот колонна. Вот он и пробивает, все хорошо. И у нас осталась еще одна колонна, блядь.
Еще одна колонна. Сука, нет. Ой, как там попал-то по нам? Вот эта колонна осталась. Вот эта вот колонна осталась, но, сука, вокруг нее идет. Все, он ее разрушил. Какой хуй это, блядь, я сдох сразу. Как его убивать? Как? Ну вот как? Как? Я не понимаю. Вот меня очень готова. Слишком, короче, это а неизвестность пугает. Минус 23, блядь. Сука! Куда нам залезать? Может быть, все... Да я понимаю, компоненты, не компоненты, но он за два счета нас убивает, ты понимаешь? Ты понимаешь, Челка, ты дохнешь за два счета! За два, мать его, счета! За две тычки, большие, огромные тычки! Вот теперь я готова! А я нихуя не готов, погоди, стой! А теперь большая, тупая мишень! Блядь! Ну, как в него проходить-то, блядь? Как, сука, вот он, блядь, наносит удар. Я просто умираю. Просто. Он меня просто воткнул. Воткнул он меня просто. И я не... Я с ним могу только согласиться. Вот теперь я готова. Я нихуя не готов. Большая, тупая. Убейте мишень. Бегемона, блядь. Ну, подходи. Убейте покемона, сука. Покемон, блядь. Ёбаная хуйня. Да сдохни. Вот, ну, кстати, я ему так быстро сношу. Но надо какую-то стратегию иметь. Как от него уворачиваться? Сука! Короче, есть вариант убить его с помощью движения. Теперь я готова. Ну, правда, я не знаю, сработает это или нет. То есть нажимаем Ctrl, когда он будет на нас бежать. Вот так вот. Да! Смотрите, помогает! Сука, а кипричан ты что делать-то, блядь? Натуры, что ли? Блядь! Нет, он попадает, блядь! Как же это делать? У него, сука, ебучая шелуха! Нет! Да как? Да, сука, я стреляю по нему, почему? Я, сука, летсплей смотрел, пока, блядь, на паузе стоял. Там чувак на изи завалил его, а я к дебилу тут просто слоняюсь. Так, давай-ка F. Что-то важное. Давай, иди сюда. Вон у тебя маленькая посылочка ебаная. Ты чё? Да дебил, да как это делается? Как? Я не понимаю! Когда я не понимаю, я очень сильно бомблю. Теперь я готова. Так. А ты теперь начинается эта херня опять. Мишень. Ну, подходи. Давай, давай, иди. Контр. Нужно делать это тогда, когда, короче, он подходит к нам. Нужно контру нажимать так. Ой, все, потекло нахуй говно из всех труб. Давай-ка, не шути с этим. Мне еще хилки, сука, нужна. Хилки, блядь, нихуя нету. Да он бьет, но тут просто никак. Как это проходит, это объясни мне, пожалуйста. Вот. Или погоди, или работает, короче, такая херня. У меня только обычные стрелы. Я ему мало хп сношу, блядь. Хп мало сношу, но, сука, он меня убивает. Что делать? Закручим. Как это пройти? Как? Вот теперь я готова. Не агри, сука. А ты теперь большая, тупая мишень. Не агри, блядь. Ну, я его не могу убить. А, смотри-ка, не убьет. Он нахуй... У него горнодобывающая промышленность, я смотрел в интернете. Ну, в жопу стреляем, ну, отлично. Компоненты по бокам головы. Да? Как-то же действует. Блядь, говно, опять труп сердечок. У меня дохуя что кончается. У меня терпение кончается, нервы кончаются. И кончается отношение к этой игре, так. Сука, ну ты ебала, реально. Я тебя нахуй ненавижу. Таким уёбком быть надо еще постараться. Ты, сука, заебай. Заебай. Чего делать-то? Как это все обойти-то? Как это пройти? ХП сносится настолько быстро, вот что я даже ничего готова. Не успеваю. А все его ебут как-то. Ни огнежара, ни хуя у меня. А, лезь. Да-да! Как пройти-то, дорогие друзья, как? Дорогие друзья, стараюсь, но не получается никогда. Нихуя не получается. Что делать-то, как это опять говно течет? Ну убивают, ну вот я просто рядом с кустом лежу, он даже цветочки мне на могилу поставили. Это что-то важное. Я его убил.
Сорил, пацаны, я извиняюсь, что не заснял именно тот момент критический, когда его убивал. Просто я немного забыл, но... Короче, я его завалил, тут такая хрень была, пацаны, такая жесть просто. Сейчас надо отойти от этого всего. Тихо. Смотри, тут такая херня была. Я, короче, контрол нажимал, shift того сюда, я 40, блять, минут тут торчал этого ебаного босса. В конце-то концов, как это все проходить, я просто не понимаю, еле-еле завалил, блять, я его завалил. У меня была такая милипиздючечка, я, блядь, каждого нахуй этого робота, который валяется, блядь, на этом ебучем поле, взял, обшмонал, взял все, канатомет, все дела, высший лук, там обычный стрелогнежар. Блядь, нахуй это все, вы чего, блядь? Пиздец, я так заебался. Тени. Убить ее! Еще машины! Да какого хера-то? Мне уже хватило! Не надо! Не надо, пацаны, не надо! Убить ее! Да кого? А почему тень? Это самому слабо, что ли? Да, я уже заебался с этими машинами, блядь, сражаться. Давай сам выходи. Пожалуйста, мэн, помоги хоть кто-нибудь, блядь. Ура! Сам Господь пришел к нам! Кто там? Ну-ка. О, Салис, мой френд, мой бро, мой нига! Good nigga! Ютуб это не обзывание, это my bro! Yeah! Да, вот так вот там всем. И третьих, как у Белозуба, на нашей стороне, потому что синяя. Публика ликует! Я тоже ликую, потому что сейчас будет пиздец. Давай, разубляжа. Ох, полигон какой огромный. Давай быстрее, давай, нападай. Хороши, кромсай, убей, продайте. Да сам ты ублюдок! Вот он ты! Нахуй тебя, он даже жопу показал. Фу, это было, это прямо, я не утрирую, это была просто жесть огромная, большими буквами. Сука, я же даже монитор заплевал. Фу, я так вспотел с этого всего, блядь, с этой машины. Я не хотел вам это показывать, потому что это было однообразное действие. Настоящий. Жизнью рискнул. Ради тёлочи. Разумеется. Без тебя мне никогда не разгадать тайны священной горы. Тогда ты зря потратил время. Гелис уничтожил мой визор. А может он копию сделал, типа, нет? Альфа-реестр. Вовсе нет. Все то время, пока мы держали связь через визор... Я так и знал, что он копировал данные тоже. Да, я знал, я понимал. Так что переместить их в новый визор не проблема. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, Знаешь, сука. Ты как нарочно злишь меня, Сайлис. Это ж та фраза с первой части, помните? Но куда деваться? Посмотрим, где ты родилась. И может узнаем, зачем. Ой, все-таки Сайлис, my bro. Да. Посмотрим на машину, которая меня родила. Так будет точнее. До скорого. Стой. Опять что ли? Что? Вообще-то я хочу узнать много чего, чел. Гелис тебя узнал. Гелис узнал тебя, там, в кольце. Я все хочу узнать. Ты сказал, что просто помогал затмению. А ты лично знаешь того, кто убил... Кто хотел убить меня. И что теперь? Значит, этот человек связан очень с ними. Опасен. Нужно сделать все, чтобы он и Аид не смогли добиться своего. Ну да. Так, ты умеешь укращать машины? Когда ты научился управлять машинами? Когда ты освоила эту технику, пришлось уничтожить машину захватчика, чтобы добыть детали. Но ты сама показала мне, как это делается. Вот и польза от того, что я отслеживал все твои действия. Да, прослушка. Нормально. Надо сказать, в целом логика этого метода во многом схожа с ритуалами шаманов Банук. Банук? Но, конечно, куда им до тебя? Да, у нас же технология, они ебаные, вот эта вот поебительно, которые там делают. Племени. Как ты меня нашел? Как ты узнал, где я, если на мне не было визора? Ну, право слово.
Даже болван догадался бы, что гель сбросит тебя в кольцо солнца. Ну да, это логично было, в принципе. Загнал двух бегунов, чтобы успеть срок, но успел. И хватит об этом. Хотя бы захватчикам не пришлось сражаться. Я бы, наверное, не выдержал этого. И просто бы въебал в экран. Я должна помочь племени... В смысле помочь племени, блять? Ты же только что говорил то, что оно тебе нахуй не сдалось. Куда племя? Оно тебя выгнало. Мне пора. Не было печали. Гелис послал отряд за отменение. Так это сарказм был, что ли, у нас? Племя и так ослабело. Они вряд ли выстоят. Пойдем со мной. Блядь, так погоди, нет, стой. Прости. Мне нужно. Какое племя? Оно же нас кинуло. Зачем оно нам? Зачем, я спрашиваю? Все равно не скажешь. Когда придет время, я выйду на связь. Поговорим позже. Ебать, у него прикольные вот эти вот штуки. Да, кстати. Если пойдешь на территорию Карха Тьмы, есть для тебя броня для маскировки. Ты, как всегда, все продумал. Отлично, даже спасибо, даже мило. Че, у него так много этих трубок, знаете, которые на вентиляторы стоят? Когда ты искал Альтриэстер в бункере Нового Рассвета, я был с тобой жесток. Да ладно. Я надеюсь, внутри этой горы тебя в самом деле кто-то ждет. Не что-то, а кто-то. Какой добрый мужчина. Сразу извинился. Ну да ладно, спасибо и на этом, как говорится. А мы продолжаем свое путешествие, правда, не понимаю, зачем нам идти в племя Нора. Получено адепт тьмы. Вы достигли 18-го левела. Ну хорошо. Так, уже солнце. Че у нас там, 4000 километров? О, до племени надо будет идти. А телепортироваться нельзя? По-любому же можно. Да, можно, вот, пожалуйста. С бегуном быстрое перемещение в эту зону в настоящий момент доступно. Почему? Может, потому что я на этой хуйне? А вот так вот можно? Ну, типа на транспорте. Без транспорта, наверное, надо телепортироваться. Я так думаю. Кастер. Да почему нельзя-то? Почему? Может быть, сюда можно? Не, в эту зону еще недоступно. Странно, почему недоступно. Ну ладно, давайте я доеду этой местности и после этого включусь уже. Так, стражи, короче. Башни пылают, но... Вот она говорит. Стражи успели предупредить племя. Я ехал очень долго. По пути заметил очень много крутых машин, которые стреляют лазером, прикиньте, прям по людям. А после этого племя, которое находится рядом с нами, то есть Карх или какие-то прислужники Норы, они были все повержены. Вот видите. Морей. Все, короче, убиты, блядь. Да на самом деле так-то насрать на них. Смерть дорого ему обошлась. Блядь. Сука, они нас в свое время поставили. Не надо прям по ним печалиться. Ой, захватчик, ты нам не нужен час. Ты нам, сука, не нужен час. Нам нужно просто сейчас пройти вот туда дальше. Ебать, тут все горит, просто все кромсается. Короче, племя Нора, походу, больше не существует на карте теперь. Теперь существует только затмение, видите, да? Я хилку себе нашел для вестника, чуть-чуть подготовился, так скажем, к битве, если что. Но думаю, что самые уж именно лица, те, которые нужны, они не выживут. Кстати, слушайте, вот обычно искатели не выживали, а тут получилось наоборот. Помните, нас сказали, что мы искатели? Получилось наоборот, то, что мы выжили, а племя не выжило. Вот как. Потому что знаете почему? Лой необычная девушка, я вам сразу говорю. Она загадочная и у нее очень хорошее будущее. Будущее, собственно говоря, так оно и происходит. Но я не понимаю, зачем Лой помогает племени Нора, потому что это племя ничем ее не держит. Оно только обсирало ее. Сделало какое-то посвящение в Искателе. И все, раз то убит был. Еще то есть еще одна битва, еще одно поражение, да. Ваша машина не может туда пройти. А хули она не может, а он, блядь. Ладно, бежим. О, много тут захватчики одни, сука, блядь. Я не хочу сражаться с захватчиками. Я помню, как это было сложно, сука. Идите все, сука, нахуй. Идите все нахуй. Реально сейчас не до вас, блядь. Я не хочу тут с вами канителиться. Идите все нахер отсюда. Блядь, почему моя машина не может проехать? Я слышу. Где? Битва там наверху. Сука, заебали. Хилку с полем. Хорошо, что я взял ее, а то иначе бы я сдох. Блять. Хватит. Хорош, да хорош, да не стреляй по мне. Блять, беги, Элла, беги, беги. Цыпочка. Так и есть, зараженный громозев. Че такое? Должны были укрыться в горе. И если тоннель обрушится, они окажутся в западне.
А я не смогу добраться до люка. Ёбаный светлая тачка! Так, вот наши пацаны. А, это, вот это вождиха нормально, да, Элой. Вот ради нее она могла вернуться. Поддержите, Элой, скорей! Мы бежим сюда. Элой! Ебать, нас уже все уважают, что ли? За великую мать? Блять, я думал то, что они все обсирают нас. И Сона, они живы. Да, конечно, они ключевые персонажи, они будут живы. Разберись с захватчиками. Бля, вы ебанули, что ли? Вот эту хуйню убить? Вот эту хуйню, блядь, вот я про это говорю, вот эти лазеры ебаные, которые пускали. Здесь нет места! Блядь, сука, ну она, по крайней мере, не по нам стреляет. Давайте с ней разберемся. Да, бля, тихо, тихо. Не стреляй по нам. Пацаны, гасите эту тачку, да чего я должен один-то? Смерть тебе! Сука, да хуйней заниматься. Так, давай, 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 по слабому месту хуярю. Хорошо, что древесника у нас много. Спасибо, что нам дали когда-то. Блять, я, кстати, броню забыл взять, которую нам дал этот Сайленс. Сука, она приближается. Она приближается. Нас, богиня. Да стреляй, блядь, в нее. Не пизди. Богиня, 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 богиня. Если будешь пиздеть, блядь, тебя убьют нахуй. Никакой богини не существует. Есть только Элой, которая всех тащит, всю жопу. Так, где дальше тут? Возвращайся в грешную землю, демон. Давай, 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 демон, давай еще чуть-чуть. Мы только одну третью сбили. Гасите его, пацаны. Че я должен от нас стрелять? Че они помогают-то? О, ящик с припасами. О, древесник, хорош. Возвращайся в грешную землю, демон. О, это, я думал, это на нашей стороне. У нас только луки, сука, стреляют, давайте быстрее. Стреляйте, блядь, немного осталось-то. Тачка-то легкая, по сути дела. По нам она не попадает. То есть... Заради, здесь нет места! Блять, вот лазеры, про них я и говорил. А хули по нам-то стреляют, блять? Хули по нам-то стреляют, блять? Объясни, пожалуйста. По нам-то хули стреляют. Блять, у меня хилки нет, ничего нет вообще абсолютно. Ёпти. Мы продолжаем, дорогие друзья, ко мне приходили. Так, а, блядь, смотрите, у нас же, кстати, не только, блять, эта машина, у нас же еще есть сектанты, которых надо убить. Ну ладно, с этим проблем не возникнет. А вот этот тачок. Воу, блядь, вы чё? Стреляй-ка в других чуваков, Мэн, чил. Я буду... да блин! С самого начала будет, не надо. Нет, и всем похуй, главное, все стреляют дальше. Хоть бы опять же подошел кто-нибудь, проверил, как я себя чувствую. Нет, две бомбежки за серию, это уже жесть. Не надо так... хилочка. Вот это нам нужно... Блядь, две бомбежки за серию. Да вы чё, охуели, что ли? Что это такое, инопланетяне ебучие? Что это такое? Так, у нас есть визор. Богомерзкая тварь. Смерть тебе! Да это не богомерзкая тварь. Это, блядь, просто создали люди машину. Сука, вот хуль ты сюда стреляешь, пидрила. Хуль ты сюда... Не смотри, блядь, сюда даже. Не смотри. Стреляй по воинам Нора, блядь. Они, у них ХП бесконечное, блядь, в отличие от меня. У меня, блядь, всего 380 HP. И все. Чё тут, блядь, делать-то? Давай, давай, давай. И так-то, если долго стрелять, то, в принципе-то, победить его можете под древесника. Древесника у нас дохуище просто. Дохуище. Надо максимальный урон наносить. Максимальный. Сука! Одну полоску сбил все-таки. Надо вот так вот сидя. Максимальный урон. Максимальный. Максимум. Максимус. Уничтожьте демона. Да вот именно. Уже заебали. Уничтожьте уж демонов. Она таким словом... Говорит таким... Этим, как его... С такой эмоцией, как будто, блядь, уж заебали. Ну давайте, уничтожьте. Тёлка, давай помогай тогда, чё? Смерть тебе! Блядь, боеприпасы кончились. Стреляй всю хуйню, блядь, ебаный. Я тебе сейчас твои коннекторы-то задние сейчас булки-то отсеку. Своими стрелами-то. Убейте тоже, блядь, Элой знает про существование этих пуль, пистолетов, пуль. Хули она им не пулится-то? Ну, нашла бы где-нибудь, они же по-любому где-то валяются. Спиздил большой. Да это первоначальная цель должна быть вообще так, вот убивает их. Это кто спавнит тут эти хуйни? Главное, эту тачку убить. Главное, да не лезь ты сюда! Не лезь! Сука, чё ты сюда-то всё лезешь? Ты заебал, мужик! Так, ладно, ну мы пока вроде справляемся. Пока вроде, пацаны, дорогие друзья. Еее! Одна часть улетела. Кто запомнит нас, богиня? Какая богиня? Нет никакой богини, я ваша богиня. Элой! Единственная богиня. Так, за благо в нас никто не попадает.
Стреляйте в эту тачку, я умоляю. Умоляю, стреляйте, я одна не справлюсь. Уничтожьте демона. Да заебали. Так, какие у него части еще остались? Хвост. Ну, тут не попасть, видите, да? Вот, вот эту херню надо попасть. В ебало ему надо стрелять. Или вот, смотрите, он туда. Богомерзкая тварь. В натуре. Смерть тебе! Так, в натуре. Давайте, ну мы ему половину хп уже... Блядь! Хуя он хуячит! Тихо-тихо. Лучше не податься ему на глаза. Лучше ему на глаза не податься, блядь. Лучше, блядь, ему на глаза не податься. ХП сносится крайне мало. Просто крайне малый. Ну давай, уже давай. Come on, мужик. Monster. You're a monster. Dead monster. Давай, убивайся. Да что ж такое, сука. Пацаны, как их быстро убивать? Как вот взять, и чтобы вот одну пуколь пустить, и вот так вот все. Все взорвалось. Нет, нужно же. Это что еще такое? Что-то у него вылетело изо рта. Блюет, что ли, чем? Мерзкая тварь. Смерть тебе. Так смерть тебе, так хуярьте по нему, мужики. Я вижу, что я один только по нему стреляю-то. Ну хотя бы он назад уходит. Не, стрелы у меня не кончаются, это хорошо. Древесника дохуище, это прямо отлично. В грешную землю, демон. Он только по мне хуярит, мне... Ебать лазеры. Так, сканер, быстро. А может быть еще у этих чуваков стрелять? Или может быть они не стреляют по нему, потому что они стреляют в этих чуваков? Кстати, возможно. Здесь нет места! Блять, минус 4, вы о чем? Чего минус 1, блять? Это ж мало вообще. Придется стрелять в этих. Да в бошку-то попади, ублюдина! Сука, в бошку. Сразите его! В бошку, блядь, стреляй, я тебе отвечаю. Древесника до хуя. Сука, прицелился надо, потому что иначе он костыль. Последний? Блять, это был не последний нихера. Да запомнит нас богиня! Или богиня, написано убить... Сука, да чё ж ты по мне ты только хуяришь? Он заебал только по мне хуячить, пацаны! Я чё, у него на мошонке, что ли? Минус 90, хорош! Стреляйте в него! Во! Молодцы, парни, молодцы! Так, минус 153 было, я видел. Нихуя урон наносится. Кто это минус 153? Да вот, вот, валите его, валите, пацки, валите. Все, мы сектант. Надо было сектантов убить просто. Вот чего, я ждал наёб, как всегда. Я аж на самое крупное только заваливаюсь. Надо сектантов убивать было. Так, вот минус 28, хорош! Лазер, так, хуяч наш дружок опять. Давайте стреляйте по нему, он сейчас загорится, мы его убьем вместе. Вместе мы сила. Вместе мы сила. Вместе мы сила. Сука, хилки мало. Да куда ж ты? Не надо! Вы только не убивайте меня сейчас, я умоляю. Не убивайте меня сейчас. Сейчас, если меня убьют, я просто... Вот так вот приключу и только на всю силу. Так, давай, 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 хуяч, 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 дура, дура, хуяч. Давай, давай, быстрее, быстрее. Пацаны, во, красавы, давай стреляйте вверх. Вот этот, в его мозг, этот спинной, или что это такое? Так, молодцы, парни, красавы. Теперь в бошку стреляем. Или хвост, у него еще был, у него хвост. Так, ну-ка, сканер. Сканер, блядь, где он? Нет места! Так, блядь, давай, сканируй его. Ебать, у него лазер, это же вообще. Минус 14. Минус 4, нет, 4 это мало. Мне нужно куда-то... Я не вижу его слабых мест. У него у всех огненные стрелы, у меня как будто, не знаю, сам черт их съел. У меня давно-давно их не было, этих огненных стрел. Я все с помощью обычных хуярю. Как лох, как самый первый лох. По-другому никак не сказать. Что же делать-то мне? Уничтожьте демона! Да мы, иди, видишь, мы стреляем. Хватит уже тратить силы на разговоры. Лучше на натягивание тетивы и тратить их. Блять, он заныкался, сука. Че, он не может ходить, что ли? Но он горит, это хорошо. У него хп уходит, я вижу, да. Зарази здесь нет места! Да я понял, что зарази здесь нет места. Давайте стреляй, еще чуть-чуть осталось. Осталась милипиздрючечка, маленькая полоска хп. Я стреляю один хп? Это мало, да, вот подходи давай сюда, чтобы я тебя сканировал. Сразите его! Вот! Вот сюда стреляем, вот, в его щеку или куда там. Минус 2 все равно. О, минус 28. Так, а в хвост достреляю минус 1 почему-то. Странная херня, странная система вообще. Блять! Уничтожьте демона! Блять, если у меня сейчас какая-нибудь фаза будет, я же не выживу, блядь. Он по нам хуярит. А, вот не по нам.
Молодец. Давайте, давайте, пацаны, еще чуть-чуть осталось. Так, сейчас по нам хуярить. Убейте его! А я пока стрел покрафчу. О, минус 66, хорош. Минус 38, вот. Вот, реальный урон. Really damage пошел. Really damage, сука, пошел. ХП устанавливаем, блядь, все, хилка кончилась. Надеюсь, это последний. Надеюсь, сука, это последний. Ну давай, 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 давай. Ну сколько тебе стрел-то надо в выгребная? Ты яма ходячая. Выгребная, сука, ходячая яма. По-другому никак сказать. У меня что-то рот еще болит. Болячка, сука, в роту появилась. Это все от него, вот у меня аллергия на эту хуйню. Мне сломалась, я прожег лазерную гравировку во рту. Давай, давайте, пацаны, еще чуть-чуть. Даже не знаю, на что это похоже. Тварь. Смерть тебе! Да она не богомерзкая тварь, ты еще сколько раз повторяю. Во, минус 28, это вот, вот так побольше урона бы. А то минус 2, сука. Как не знаю, как лох просто стреляю. Сразите его! Минус 17, ну минус 19, ну тоже неплохо. Но нужно побольше. В жопу стреляй. Вот, отлично, в жопу попал, минус 10. Да давайте, еще чуть-чуть, осталась милипиздическая штука. Убейте его! Бля, пацаны, даже не знаю, что вам сказать-то еще. Ну, мы стреляем эту хуйню, и я надеюсь, то, что это будет последний монстр, который на данный момент находится, потому что у меня больше стрел не хватит. Сколько я потратил уже дровосника? 40 штук. Землю, демон. Даже не 40, больше, 80 штук я поставил дровосника. На одну вот эту машину только. Я ебал просто серьезно. И вот представьте себе, в некоторых миссиях мне надо эту машину убивать в одиночку. Осталось маленькая, осталось. Давайте, добивайте, пацаны. Добивайте. Остался последний. Давайте, вот он. Ну, стреляйте в него уже. Ну, я-то тоже помогаю. Стрела больше нет. Блядь, стрела больше нет. Что ж такое-то? Не верится, что выжили. Наконец-то, дорогие друзья, мы выиграли эту ебалу. Так, Варл. Элой. Все так же, как в старых преданиях. Железный бес вновь сражен на склоне. Искомет? Я это возьму. Если бы ты не вернулась, племя было бы обречено. Я ебал нахуй вот эта пушечка. Так, ладно, мы потом это возьмем, давай поговорим. Ты спасла нас. Сделала то, что не под силу ни воину, ни вождю. Да? Я так рада, что ты цел. Че, это ароматическая Валя, концовка? Все хорошо. А где же Тед-то, наш друг-то, помните, который вначале был? Столько горя. Хоть на этом все. Не знаю. Увы, нет. Это лишь одна битва. Будут еще. Да, я тоже так думаю. Ясно. Но пока у нас есть такой воин, как ты, мы все преодолеем. Я думаю, что да. Вот наконец-то вы, пацаны, это поняли. А то раньше меня все гнобили, не знаю, унижали, оскорбляли. И сейчас только наконец-то дошло до них. Ну, этот чел, ладно, он сразу понял. Но вот эти вот дураки, которые там были раньше, они не поняли. Ну, то есть, самые нормальные в этом племени только трое чуваков. Это вот этот вот Вару, Сона и Тед. Он, короче, никогда против нас ничего не гнал. Так, ладно, уцелевшие. Сколько человек уцелело? Почти все матриархи и многие семьи, хвала богине. Но воины всего несколько и почти все ранены. Ну, хоть что-то. Ни один враг еще не наносил нам такого страшного удара. Они, сука, вместе даже с этой хуйней. В годы красных набегов не могли прорваться к объятиям. Пусть этот враг и прорвался, но уйти не ушел. Мы не выпустили. Так, ладно, войско затмения. Расскажи про нападение. Как все было? Ударили с востока. Стражи видели убийц на подходе. За ними шли истребители и демоны. Бля, истребители это жестко. Ты же помните, какая большая машина? Мы их ждали. Встретили их градом стрел. Но они все шли и шли. Ну да, их было много. Наконец, мы отступили к вратам объятий. И заняли оборону. Но их было много. Те, кто выжил, отошли к горе. Так, ну, в принципе, все очевидно. Нет никаких особенных вещей. Отступление. Значит, выжившие укрылись в горе? Но ведь туда вроде можно только матриархам. Тирса нарушила запрет.
велела жителям спрятаться. А куда еще? Внутри. Больше некуда. Лензера была против. Но в этом гомоне ее просто никто не услышал. Слева там кто-то идет. Тирса спасла много жизней. Хорошо. Хоть в ком-то возобладал здравый смысл. Да уж, наконец-то, блядь. Твои раны. Ты сильно ранен? Синяки сойдут. Кости срастутся. Ебать, цитаты. Не надо мне песен, говори как есть. Раны болят, но не так, чтобы я не мог драться. Ладно, поговорим потом. Мне нужно войти в гору. Матриархи тебя уже ждут. Знаю, но я пришла не к ним. А к кому? Да. Зачем? Я сам не знаю. Увидишь. Это, видимо, для нас тоже... А, мы пришли, чтобы открыть дверь, я понял. Это будет, наверное, скорее всего... Это секрет, ну, секрет на следующую серию, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видеоролики, плейлист данной игры вы найдете в описании. Также смотрите на моем канале другие видеоролики обязательно. И всем до скорого. Всем удачи, всем пока. Да. Надеюсь, с Элой и с племенем Норо. Ебать, сколько лута, пацаны, сейчас наберем. Наберем. Все будет хорошо. Всем привет, дорогие друзья, с вами Рау ТВ. И сегодня у нас, скажем так... Я расскажу по поводу конкурса. В общем, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поставить лайк, сделать репост любого выпуска себе в социальную сеть, написать, что вы участвуете в комментариях. А после этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролика, который вы смотрите, и заполнить небольшую форму. А, во-первых, ваш никнейм, это тот ник, который у вас на ютубе, вы его пишите вот сюда. Социальная сеть... Ну, не знаю, ссылка или никнейм в социальной сети. Если, например, Telegram это никнейм, если ВКонтакте, то это ссылка. К примеру, вот, типа, это мой никнейм. Ссылка на профиль YouTube для проверки лайка, то есть то, что вы поставили лайк, обязательно убедитесь, что у вас открыт плейлист понравившегося видео. И игра. После этого нажимаете кнопку «Отправить». Я у себя это все фиксирую, как вы видите, ответы отдельных пользователей. И вижу вашу анкету. После того, как я заканчиваю игру, я провожу конкурс. Если вы победили, я вам пишу по вашим реквизитам, которые вы указали, вручаю ваш выигрыш. Выигрыш будет 500 рублей. Вот, стандартный розыгрыш, но мы разыгрываем каждую игру, то есть вы понимаете, 500 рублей на каждую игру. А игры у нас могут быть короткие, длинные, а вы можете вообще принять участие во всех играх, так что запомните, поэтому такая стоимость. Участвуйте в конкурсах, всем желаю удачи, всем до скорого, всем пока.